Здравствуйте, приглашаю вас поучаствовать в распаковке посылочки с AliExpress. Двух посылочек, которые пришли. Так, первая посылка это пластыри. Травяные пластыри Slim Patch 5 штук. 5 штук. И здесь еще должны быть кольца на пальцы больших ног для похудения. Магнитные кольца для. Но они не только для похудения, они еще идут для. Там, ну, магнитные всякие функции, которые восстанавливают состояние организма, акупунктурное у них действие. Магниты, здесь встроены магнитики, два магнитика. Очень даже сильные, отталкиваются. Там как бы надо еще смотреть, сколько там, ну, показателей есть. Вот. А это пластыри, травяные пластыри Slim Patch для очищения организма. Клеится на район, по-моему, под пупком. Идут они тоже как для похудения, для выведения токсинов из организма. В одной упаковке, вот в такой, по-моему, 10 пластырей. А у меня здесь 5 упаковок. Сами пластыри Slim Patch выглядят вот так. Сейчас я попытаюсь достать, они немножко посклеивались. Это наклейки отдельно. А нет, это есть. Такие пластыри. Отклеивается пленка. Наклеивается на отклеивается пленочка и наклеивается на ту область, которую надо. Здесь должна быть губка косметическая. Коньяк спонж. Спонжик. Сейчас я ее тоже распакую. Интересно посмотреть. Это идет натуральная губка, не помню из чего, там она сделана для очищения лица. И они бывают разных цветов. Это черная рекомендуется для жирной кожи, там есть зеленая, белая, еще какая-то, по-моему. Вот такая. Такой спонжик. Все запаковано, все закрыто. Все. Вот губка такой имеет вид, как после того, как я ее намочила, я испытала эту очень приятное ощущение от нее, очищающее, хорошее. Такую, она действительно с каких-то натуральных таких, надо еще узнать, с каких компонентов натуральная. В общем, она, ну, лицо очень такое, она по лицу интересно так скользит, в отличие от синтетических спонжев. Очень нежно очищает, но на лице, ну, потом такое остается очень такое свежее, лицо дышит. Ну, то есть якобы при длительном использовании она даже очищает кожу и даже излечивает. Посылочка пришла быстро. Шла на, по-моему, 17 дней. В Китае она где-то находилась. Я отслеживала посылочку. В Китае она находилась где-то 2 недели. Я под видео оставлю хороший сайт, в котором вы будете видеть все свои посылки. Вплоть до того, в каком она городе, куда она переместилась, вам будет приходить на e-mail. Отличный сайт. Ничего не повредилось.
Спасибо за внимание. Будут еще много посылок с AliExpress.